Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить облачный хлеб, или же cloud bread. Такой хлеб приготовить очень-очень просто, с этим заданием справится любой. Также он получится очень мягким, пышным и цветным. Давайте скорее начнем выпекать этот чудный хлеб. Поехали! Итак, для начала отделим белок от желтков. Взбиваем белки до появления пузырьков. К белкам отправляем кукурузный крахмал, сахар, и ванилин. Взбиваем до устойчивых пиков. Я разделила массу на две части, так как у меня будут два хлебушка. В одну часть добавляю розовый краситель, в другую бирюзовый краситель. Перемешаю массу миксером. Масса не вываливается из миски. Это означает, что она готова. Выкладываем массу на противень, застеленный пергаментом, и придаем форму хлебушку. Отправляем хлеб выпекаться в духовку на 25 минут при температуре 150 градусов Цельсия. Вот и готов облачный хлеб. Вот и готов наш хлебушек. Посмотрите, каким пушистым он получился, прям как облачко. И очень красивым. Также он очень вкусный, мне так понравилось. Очень похоже на корж для торта. Готовьте с удовольствием такой облачный хлебушек. Надеюсь, вам понравится. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!